Легендарный город, курорт и просто красивый город. Легендарный город, курорт Кисловодск. Кто о нем не слышал? Наверное, очень и очень немногие. Этот уникальный город является одним из старейших курортов России. Кисловодск возник из основанной в 1803 году русской военной крепости, а названием обязан источнику минеральной воды Нарзан, кисловатый на вкус. Он воспет во многих произведениях признанных мастеров искусства, от поэм Лермонтова до исторических мемуаров. На курорте отдыхали и работали многие выдающиеся люди: Лермонтов, Пушкин, Чехов, Толстой, Маяковский, Горький, Алябьев, Глинка, Римский-Корсаков. В стенах старого курортного зала выступали Федор Шаляпин, Исидора Дункан, Анна Павлова и многие другие знаменитости. Кисловодск расположен на высоте более 800 метров над уровнем моря, в горной долине между реками Березовка и Ольховка, в окружении Кавказского хребта. Горы защищают Кисловодск от ветров, а альпийские травы, растущие на склонах гор, очищают и наполняют воздух свежестью. Отдых в Кисловодске восхищает даже самых искушенных туристов. Город очень зеленый, в нем много скверов, цветников. Украшением и гордостью Кисловодска является курортный парк. Он раскинулся на высоте от 800 до 1360 метров над уровнем моря, на площади около 950 га. В парке собрано более 300 пород различных деревьев и кустарников. На его альпийских лугах произрастает более 800 видов травянистых растений. А началось устройство парка осенью 1823 года, когда по обоим безлесным берегам речки Ольховка высадили первые липы, тополя, тутовые и фруктовые деревья. Первоначально парк занимал территорию в 10 гектаров. Кисловодский парк именуется лечебным неспроста. Еще в 1885 году немецкий врач Эртель предложил метод тренирующего лечения сердечных и сосудистых заболеваний дозированными прогулками в горах и назвал его Теренкуром. В курортном парке проложено 6 маршрутов Теренкуров протяженностью от 1700 до 6000 метров. Общая протяженность дорожек Теренкура более 30 километров. Это один из красивейших парков не только нашей страны, но и Европы. Манит к себе его зелень и прохлада. Ветки плакучих ив склоняются над горной речкой Ольховкой. Неповторимо вписываются в парковый пейзаж живописные скалы, красные и серые камни, откуда открывается великолепная панорама города, раскинувшегося по долинам шумных горных рек. Невозможно представить Кисловодский парк без зеркального пруда и стеклянной струи, ажурных беседок, мостиков, фонтанов, павильона «Красное солнышко». Курортный парк очаровывает посетителей не только живописными пейзажами, но и свежестью, ароматом слегка разреженного воздуха. Одним из самых любимых уголков среди местных жителей и туристов является долина Роз. Она находится в парке рядом с санаторием имени Орджоникидзе. Здесь посетители становятся свидетелями поистине удивительной картины. На большой территории посажено огромное количество цветов, просто море. Они разных сортов, разного цвета и могут привести в восторг любого человека. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.